Гробница Нефертити. Осталось ли тут хоть что-то? Нет ни царицы Нефертити, ни сокровищ. Причиняешь ли ты страдания? Боль другим! Причинял боль! 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 Страдания! Боль! Мы слышим их крики! Ты делаешь это! Меня не пустят. Мы ничего не просим, Ваар. Мы ничего не просим, Ваару. Великой красотой наполнила наши столы хлебом и пивом. Так и должно. Наша награда за верность. Я возделываю поля. Я верну то, что было украдено у фараона. Тебе здесь не место. Твоя плоть нечиста, пропитана кровью и болью убитых тобой. Ты не вернешь покой Нефертити. Я должен. Что ж, тогда ступай и окунись в священные воды. Твой фараон не знает покоя. Ты принес реликвию Нефертити на блюде, где лежат нечистые дары. Это оскорбительно. Поистине жалкое зрелище. Я все сделаю. Тогда очисти эти дары. Боги будут вкушать их на священной ладье.
Реликвию украли у Нефертити. Нельзя приносить в храм такие дары. Как ты не понимаешь этого? Они оскорбляют Хатор. Почему? Твой напиток должен быть чист. В воде ты видишь свое лицо, но в вине ты видишь свое сердце. Вино, оно не должно коснуться губ. Разве ты не чувствуешь запах гнилой еды? Thank you.
Мальчик! Царица Нефертити, живая богиня, великая жена, владычица обеих земель. Я сделал все, что нужно. Символ ее могущества и власти, как фараона. Они хаят.
хватит. Положим этому конец. Ты пред нами, Грац... Нефертити. Царица или богиня? Это и есть та реликвия? Если так, где же она сейчас?